В общем, очередной раз всем привет. Сейчас буду говорить погромче, потому что прошлая запись, судя по всему, по голосу вообще ни о чем. Так вот, на глаза клеюсь. В общем, я только что вернулся из музея. Сейчас нахожусь опять в аэропорту. Планирую немножко перекусить и, соответственно, сдуть уже непосредственно в Хельсинки. Времени у нас сейчас 4 часа, то есть... Я думал, что я буду до 5 в музее, но музей оказался не настолько велик, насколько я себе напридумывал. Но в целом очень хороший музей. Будете в Хельсинки, обязательно побывайте. Вот. Сейчас у меня есть небольшой запас еды, который мне подарила компания Seven, с которой летел в Хельсинки. Сейчас у меня есть небольшая фляжечка коньяка французского. Надо согреться, потому что после вчерашних купаний, хотя не после вчерашних купаний, в целом я до этого уже немножко соплеился, как казалось, погода меняется, и у меня заболело горло. Сейчас я хожу немножко шмыгаю носом, и у меня заболевает горло. Вот, поэтому сейчас надо чуть-чуть для сугреву поесть то, что мне подарила компания Seven. И дуть в Хельсинки. После чего, надеюсь, ближе к полуночи я вернусь. И уже буду встречать рассвет в ожидании своего рейса. А пока второй репортаж. Все, всем привет. Из интересного, кстати, видел сбитого кролика на дороге. Как живой. Ну и музей, разумеется. Музей. А, кстати, много грибов. Вокруг много грибов, никто их не забирает. Я не знаю, почему. Грибы обыкновенные, которые едим мы все. Вот. Пишите. Я поскакал.